Я, конечно, не знаю, как под фонарем спать. Закрой. А что закрыть? Здесь сеточка. Что это? Да, что за прищепочки. А это если ты ночью беспокойная, то сюда сеточка крепится. Сейчас я опять в кепсе. А у них есть завтраки? Откуда я знаю? Смотри, соточка от шашлыка отмылась. Хорошо как. Родник сейчас надо искать. Это нормально. Не покакать, не помыться, не постираться, не посуду поставить. Я надеюсь, пока мы этим кручу здесь не начнутся строительные работы. Ищем скважину. Пока искали скважину, Лену умудрились собаки покусать. Покажи, куда тебя укусили. В ляшечку. В ляшечку, вот так вот. Туда ни шланг не дотянуть, ни на канистры не подъехать. Поехали дальше. Все, собаки покусали, можно ехать дальше. Блин, серьезно? Ну иди, посмотри. Не, не иди. Мир не без добрых людей. Извините, пожалуйста. Приятно. Спасибо. Кусай, покусная. Чихнулась с слюньками. Это как называется? Серпантин? Маршрут записываешь. Там мотоциклист за руль едет, не держится. Он в телефоне, походу. Короче, он не знак повесил, что самокатах запрещено, чтобы свои сдавать в аренду. Где прям заехать, там есть где припарковаться. И рядом море, пляж. Иди, иди сюда. Иди, иди сюда. Чего ты боишься-то? Чего боишься-то? Чего боишься-то? Ищем где в деньжике припарковаться. Просто в легкую. Змея. Ой. Блин, тренировка съехала. В какую сторону солнце садится? Не знаю. Спасибо. Вообще мужик сказал, что нельзя по набережной кататься. На самокатах? Штрафуют, да, на самокатах. Вот набережные самокаты сдаются в аренду, но ездить на них нельзя. Почему? Где подвох? Было такое, что приходишь ты днем в Макдональдс, а там никого. Можно еще одна? Устал? Нет. Где похолодает? Скоро в Геленджике. Четверг, 24. Ужас. Да какая. А где потеплеет? А я не знаю, где потеплеет. Ну ищи, может, Сочи. Может, Сочи, да. Короче, включайте горячую. Минут через 10 будет. Сосиски будем расшвырмывать. О, здорово. Друг есть. А если напугать ее? Ну не надо, Вадим, ёпарасы ты. Кому сосиска? На. Ну, Вадим. Кормлю. Еще гоняться с тобой тоже. А ты что мы делаем? Большой сочек играем. Знаешь, кажется, что ты вот когда на улице уходишь, ты такая, как лягушка.
Что я ем? Только села есть. А ты вставала? Поедем в Туапсе, да? Едем. Наотдыхались. За насосом. Посмотрим, насколько у этого шланга эрекция хорошая. Аккумулятор нас сушу. Насос в воду. Ну, удобно. Что? Ты не воняет. Ты сама мне. Нафига так хорош. Сейчас полотенце тебе. Осторожно, не поднимайся. Ну а ты что делаешь? Ну немного надо. Не знаю. Вон там, блядь, машины нет. Автокемпинг у вас? Да. Сколько автодом стоит поставить? Без понятия, все вопрос. Здравствуйте. А автодом сколько стоит припарковать вас? 1000 рублей в сутки, 500 рублей с человека. По-моему, они охуели. Ты смотри, что получается. Если кто-то по своему незнанию арендовал жилье где-то вот в этом месте, то ближайший сюда пляж купаться 500 рублей с человека. Или топай куда-нибудь. Не знаю пока куда. Но ближайший вот этот. Там, погнали для Туапсе. Че? Дверь закрой, че? Блин. Ура. Музыка у нас в салоне не слышно, когда местные проезжают со своей музыкой. Жопка. Продолжаем путь в Туапсе. Сегодня в Додоркое остановились. Наш друг Андрюха предоставил парковочку из своей гостишки. Сейчас автодом посмотришь, посмотрим, и спать. Ты мытый? Ну, зашло бы в случае. Да, сейчас водички, сейчас из родника наберу и поедем. Сотрудников продолжали движение на Москву. Прошло 2 дня. Шли годы. А почему ты не как он? Как 50 метров шланга подсоединили, на порсик ослабел, но все равно быстрее, чем мы по 5-литровкам. Лазерская. Нас Ленка посоветовалась точно так, конечно, безопасно вести. Что говоришь? Опасненько висит. Чё? Канистра. Че, ты успел заскучать большим торговым центром? Не, не пусть тебе на них. А мне нет, пойдем. Что-то поглощает. Добро пожаловать. Паша. Вадим. Поехали в пятницу, встали там в пробку на КПП на 4 часа. И на обратный пути уже на часок. Познакомились с чуваком Пашей из Рязани.
Он живет в автодоме. Во Владик ездил, кстати. Ух ты. Ага. Скинул мне несколько интересных мест. Там к речке, к роднику можно подъехать, короче, сразу. И парковка, и родник. Только он говорит, там какой-то спуск, если ты на нем экстремалишь, а мне что-то вот экстремалить не очень хочется. Ну, да. Ну ладно, поехали по нашей точке сейчас. Ага.